Груз для Первомайска собирали, как говорится, всем миром, в том числе и в Новошахтинске. К сбору гуманитарной помощи подключились казачество и духовенство. Жители города несли одежду, продукты, лекарства, детские игрушки, канцтовары. И вот машина готова к отправке. Вместе с представителем фонда «Дорога в мирную жизнь» Любовь Александровной Корсаковой мы отправляемся с гуманитарной помощью к жителям Донбасса, к детям, старикам, всем тем, кто сегодня находится на этой территории, для того, чтобы помочь им обрести надежду, уверенность и, самое главное, насущный хлеб. Любовь Александровна, кто помог собрать эти вещи, продукты, всю эту помощь фонду? Прежде всего, это волонтерское объединение Воронежа «Сила добрых сердец». Просто житель города Стаханова, который сейчас находится на работе в Москве, совместно с организацией «Ветераны боевых действий» Юрий Халимович. Это отец Георгий, ваш новошахтинский. Это казачья общественная организация в старом Валентина Алексеевна Астахова. Вам могла. Это отец Роман вашей церкви. Приехали из Красноярска. Приехали сегодня из Самары, из Саратова. Я даже, понимаете, как-то вот... Мы были в кадетском казачьем корпусе в городе Шахты. Ну, там отец Георгий и, в общем-то, тоже фонд благотворительный. Вот настолько вот русские люди, россияне... принимают нашу боль как свою, настолько вот эта вот щедрота, вот открытость души, она просто поражает, дух захватывает. Большое спасибо, вот просто огромное спасибо и низкий поклон всем россиянам, жителям Новошахтинска, искренние слова признательности. Ночью приехали в Перевальск, ждали нас с нетерпением. Как оказалось, помощь на Донбасс идет отовсюду. Помогают простые люди, помогает вся Россия. Юрий Сахабиев, уроженец Стаханова, объехал половину Подмосковья, чтобы собрать помощь для земляков. По своей инициативе решил помочь нашим землякам, городу Стаханову, Первомайску, и сделать хотя бы просто на человеческом уровне то, что я могу сделать. Приступаем к разгрузке. Мэр города Первомайска, хорошо знакомый нам Евгений Ищенко, не скрывает радости. Ведь уже завтра скольких стариков удастся поддержать хлебом, горячим обедом. Уже к вечеру мы добрались в первый пункт нашего назначения, город Перевальск. И передаем от фонда «Дорога в мирную жизнь» первую партию, собранную жителями многих городов, гуманитарную помощь коменданту Первомайска. Мы приехали сюда для того, чтобы встретить вот именно вот эту фуру. Это гуманитарная помощь от жителей России, которые собрали для нашего города, ну не только для нашего города, здесь и для Перевальска, и для Стаханова, и для Брянки. То есть люди всем миром стараются помочь вот таким вот способом, собирают нам, отдают последнее. То есть люди к нашей вот этой трагедии, которую нам устроила украинская хунта, относятся с пониманием и хотят помочь, и делятся с нами последним. Ну, я хочу сказать огромное спасибо всем, кто не безразличен ко всему тому, что происходит у нас в Луганской и Донецкой Народной Республике. Однако голод и холод пережить можно. Жители Донбасса сплотились, помогают друг другу, кто чем может. Самое страшное, что против Донбасса войной идет рожденный на родной Украине фашизм. Мне больно, что мы позволили вот пережить это нашим детям, вот эту войну. Потому что мы не думали, какое правительство вот так обращается с мирным, тогда еще своим народом. Сейчас это нам не правительство, это фашисты. Фашисты, с которыми нужно бороться. И им простить вот это, те слезы, те загубленные жизни детские, старики голодные. Этого простить нельзя. А гуманитарный груз отправляется дальше, в Перевальск. Там тоже ждут помощи от россиян.